Дорогие друзья, хочу поделиться планами. Мы буквально на неделе неоднократно возвращались к вопросу работы городской станции скорой помощи в Саратове. И вы знаете, есть проблемы, часть из них решены, такие как обеспечение транспортом и укомплектование водителями. Но есть проблемы, которые на сегодняшний день остаются. У нас 32% не хватает врачей. Это существенно снижает уровень оказания медицинской помощи. У нас более 50% вакансий среднемедицинского звена. Без этого также невозможно, чтобы скорая работала эффективно. В этой связи хочу поделиться планами и сказать о том, что решения, которые приняты, это хорошо, но этого недостаточно. Поэтому считаю правильным проработать вопрос строительства служебного жилья для врачей и среднего медицинского персонала. У нас такая возможность есть, потому что в ходе реализации благотворительного проекта строительства жилья в поселке Елшанка 24 барака были отселены. Эти участки, учитывая, что сносились за счет благотворительных средств, сегодня можно использовать для того, чтобы появилось служебное жилье. Не исключаю, что это, может быть, будут таунхаусы, может, это будут квартиры в таунхаусах, или это будет комфортабельное общежитие, допустим, для среднемедицинского персонала, а для врачей это будут квартиры. Но, возможно, через решение вопроса за счет предоставления служебного жилья мы сможем и повысить престиж профессии врача, работающего в скорой, престиж профессии фельдшера, медсестры, работающего на станции скорой помощи. Ну и, конечно, решить проблему жилищную – это тоже немаловажно. Поэтому вот такие планы есть. В ближайшее время мы начнем работать с проектной документацией, а на будущий год, если все будет хорошо, надеюсь, приступим к реализации этого проекта. Ну и еще раз правильно будет встретиться с работниками скорой. Как только выйдем из пандемии, обсудим этот вопрос, проанализируем, ну и дальше уже вам обязательно расскажем, по какому пути пойдем. Но совершенно очевидно, правильно было бы более эффективно взаимодействовать с Саратовским медицинским университетом, с тем, чтобы на уровне еще подготовки врачей в ВУЗе готовить тех, кто пойдет работать на скорую. Необходимо не только выстроить отношения, но, возможно, создать отделение в наших колледжах медицинских, с тем, чтобы там были выделены специализации для тех, кто будет работать на скорой. Но и, конечно, сопроводить уже ребят, которые для себя этот выбор сделали, с тем, чтобы они на протяжении обучения ни в чем не нуждались, и чтобы мы их поддерживали в их выборе. Если через обратную связь вы считаете, что это правильно, то тогда будем готовить проект, потом его покажем вам, а затем уже на будущий год приступим к его реализации. Здоровья всем, и чтобы никто не болел. А наша скорая была скорой и эффективной. Спасибо.